Доброе время суток, с вами Виктор Дулин. Как видим, прошло чуть более часа, 1 мая 2015 года. Ну и вот наша живая мертвая вода готова. Как видим, появилась вот такая желтая пена на половине ведра. Ведро стало теплое. Чуть теплее температуры тела. И теперь самое главное. Смотрите, меры безопасности. Первое, что мы делаем. Тут 220 вольт. Убить может очень легко. Поэтому первое, вытаскиваем из розетки. Раз. Вытаскиваем быстренько вот этот электрод. И быстро выносим. Ну, теперь можно не спешить. Главное быстро вынести эту емкость из ведра. И теперь переливаем вот таким образом мертвую воду. Ну вот, как видим, я тут разлил все-таки немножко. Вот. И все. После этого емкость можно снова сюда погрузить. Помыть в этой воде. Прибор тоже можно вытащить, посушить. Но имейте в виду, что вот, например, если сейчас я буду в раковине в нержавеющую поставлю эту банку и из тазика туда перелью, то ту воду, которая окажется у нас в раковине, нужно сразу же смыть, поскольку она может оставить мутные такие ржавые налет на нержавейке, который довольно трудно смывается. Вот теперь вот таким образом смываем банку от мертвой воды, ставим ее сюда, смываем от мертвой воды таз, и на этом процедура изготовления воды заканчивается. Как видим, все очень просто. Вода теплая, примерно 38 градусов. И вот пусть она теперь отстаивается, пока не станет прозрачной. Но тем не менее, сразу же я могу сейчас вот и сделаю это же. Но сейчас в этом нет необходимости, поскольку пасмурно, и признаки аллергии у меня вчерашние пропали. Но с собой я возьму баночку, вернее бутылочку с этой водой на дачу. И как только у меня эти признаки появятся, достаточно одной столовой ложки вот этой мертвой воды, чтобы засосать ее носом и оставшуюся воду еще промыть оба глаза слегка хотя бы, чтобы признаки аллергии пропали сразу же, причем сразу появляется ощущение и вкуса, и запаха, и нос от насморка проходит. Вот такие чудодейственные свойства этой воды. И с 82 года я ей пользуюсь ежегодно, каждый раз в течение нескольких месяцев, вот начиная с конца апреля, а бывает даже до конца июня. Смотря какая погода, где что как цветет, сколько я нахожусь на ветру. И вот такую же бутылочку 300-граммовую я отвожу внукам, когда еду в Питер. И им хватает обоим вот это 300-граммовые бутылочек или к двух-трех. Ну, в общем, вот этих полутора литров им хватает двоим на весь сезон, чтобы спасаться от аллергии. В самой жесткой форме она у нас у всех троих проявляется. Полностью теряем вкус, запах на несколько месяцев, насморк, ну не насморк, а нос полностью забит, глаза слезятся. А вот после единственной такой процедуры на 2-3 дня все эти симптомы пропадают, и мы становимся нормальными людьми. Все остальные вот эти медикаментозные средства
Но в наше время их вообще не было, никто на это дело внимания не обращал. Ну а сейчас они менее действенны, нежели вот эта живая, вернее, мертвая вода. И вам таких же успехов в приготовлении вот этой водицы. Всего доброго, здоровья и благополучия.